Итак, снова всем привет, друзья, с вами канал Gain Over, и в сегодняшнем выпуске у нас и не обзор, назовем это, наверное, такой гитар батл, гитарная дуэль, да? Это две гитары из двух предыдущих выпусков, последних, это американские Карвины TL-60, такие утонченные телекастеры. Выпуски про них вы можете посмотреть, ссылочки я вам оставлю, естественно. Напомню, из чего наши гитары сделаны, это... Вот эта гитара махагон плюс клен, ну и накладка из черного дерева. Здесь же ольха, клен, кленовый гриф, накладка черное дерево и кленовый топ. По электронике здесь значительная разница, я не буду в этом выпуске все разъяснять. Посмотрите, пожалуйста, два предыдущих, ссылки я, естественно, прикреплю. А в этом видео я их хочу столкнуть не для того, чтобы понять, какой хуже, там, какой лучше, и вот эта вот херота, да, типа, одна против другой. Нет, в этом выпуске одна вместе с другой. Просто мы послушаем, как эти гитары вместе с собой взаимодействуют, потому что, ну... Глупо против друг друга их, да, ставить. Это как два брата из одной семьи. Каждый вроде одинаковый, а каждый чем-то отличается. И вот просто в этом выпуске хотелось бы посмотреть, чем отличается, как отличается, и сделать какие-то выводы. Итак, немного о том, как я хочу сделать эту дуэльку. Я не хочу делать в стиле там... Сыграл риф на бриджем-датчике на этой гитаре, риф на бриджем-датчике на другой, риф на этом, риф на этом. Мы не делаем сравнение гитар, мы слушаем просто их, как они работают и взаимодействуют вместе. Поэтому я хочу сделать это все дело, просто играя под минус, какие-то там импровизации, буквально там собранные на коленке. Поэтому предлагаю посмотреть и послушать. Приятного просмотра, друзья.